наемные друзья, которые будут делать вид, что они любят меня. Вы готовы искрить? Вот этот парень не готов. Второй день съемок. Сегодня мой рабочий день проходит так. Неплохо. На стиле, на стиле. Очень утомительно. Тяжело быть женщиной. Мы снимаем баньку. И вот с таким видом. Как вам такая локация, а? Сочи! По-моему, охрененно. Просто не жизнь, а сказка. Охренеть! Господи, вы это сняли? Стоило встать в 3 утра, чтобы подняться на самый пик Розы Футер. Я не знаю, насколько это берет камера. А-а-а, нет, мне нужны красивые фотки. Я разревелась. Я не знаю, у меня нет слов. Вот, кстати, по какому месту я... Очень экстремально. Вот здесь такой склон, чтобы вы понимали. На самом деле сюда нельзя. Но мы, конечно, забрались. Этот мир наш! Третий день работы. Саша, включай свою камеру. Don't bring me home. I'm rather on my own. Слышишь, буба, это лавина пошёл. You never gonna own. Не облизываться, видите? Пальцы сжимаются крепко-крепко. Это все, что нужно. Шел конец третьего дня съемок. По-новому все повторить. Между нами тает лед. Пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем. И сегодня мы только вдвоем. Че-то мы запарились тут уже. Пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем. И сегодня мы только вдвоем. Вчетвером лежать — это уже пройденный этап для нас. Не знаю, зачем мне очки на башне. Между нами тает лед. Я хожу и щурюсь. Мы промокнем под дождем. И сегодня мы только вдвоем.